Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Зарбаба, и сегодня мы с вами посмотрим на игру под названием Tales of Tomorrow Experiment. Это научно-фантастическая игра, действие которой разворачивается на удаленном корабле, блуждающем в космосе. Без каких-либо вспоминаний о своем прошлом, наш с вами герой получает задание от корабля АИ Ива выполнять ежедневные задания, которые помогут поддерживать корабль в рабочем состоянии. Если он это сделает, то будет вознагражден перерывом, дополнительной едой или улучшением жизни. Если нет, он наказывается соответствующим образом. Раскрываем с вами правду о корабле и силах, контролирующих его. Игра выходит 23 сентября, игра на русском языке. У нас будет такой с вами первый взгляд на нее. Поехали! Буду очень рад вашим лайкам и комментариям, ну а мы начинаем. Всем приятного просмотра. Новая игра. Ты уверен? Ну да. День 0. Моя комната. Окей. Так, странно. Базовое движение понятно. Ничего толком нормально не переведено. Но, может быть, к релизу все это дело поправится. Приседание на С. Бег на Shift. Взаимодействие на левую кнопку. Окей. Угу. Мы непонятно возле какой планеты. Ящики открываются. Но тут ничего нет. Какой-то стол. Hello. А где субтитры? Маме Ария. Artificial Intelligence Administrator. Ария. Welcome aboard the SSV Nosos. Please comply with the instructions. Eat your breakfast. А, подожди, да, зайду в настройки, чуть не понял, где субтитры-то? Странно, но субтитров я не нашел в настройках, поэтому уж давайте интуитивно действовать. Это вроде как еда. И что, и куда ее положить? А, удерживай, чтобы съесть. Good. Go to main hall. Иди. Go to main hall. Иди в главный зал. А где главный зал? А, типа мне надо успеть? Go to main hall. Так что-то не могу понять-то. Здесь не пройти. Go to main hall. А я сейчас где? Good. Хорошо. Блин. Что ты мне хочешь? Перерыв. Время для еды. Так, ну это на склад попасть. Я пока положу. Склад должен быть, по идее, здесь. Мне надо успеть, понимаете? Иначе меня накажут. Хорошо. Твоя награда. Обычный перерыв. Так, возьму пока все инструменты. Can't take more tools. Угу. Не больше двух, take да? Break. Перерыв. Какой перерыв? Так, день пятый, но текст, как всегда, не переведен, поэтому непонятно. Тем более так мелко, вообще ничего не ясно. Ну, пока сыровато все это дело выглядит. Гаечный ключ, лазерный нож, антигравитатор, ручная дрель. Перерыв.
каком плане перерыв? Мы просто стоим и ждем, да? Когда закончится время? Не больше двух инструментов, самое главное, да? Так, один. Вернуть. Два. Вернуть. Я бы карту попытался бы запомнить. Но главный зал, склад мы запомнили. Перерыв. Ну хорошо, надеюсь, меня не накажут. Хотя я хочу есть, может быть, смотаемся, поедим. Может, надо было все делать вот здесь вот. Так, ну, во-первых, я вот это вот съем. Куда? Куда прийти? В лабиринт? Ага, все, понял где. Обычный перерыв. Так, всякие зоны. Ладно, давайте тогда брать перерыв. Еще раз, значит, смотри, значит, главный зал. Моя каюта. А, Б, С, Д, Е, зоны, склад и центральная часть. Перерыв номер три. Проверка инструментов. А, завершено. Иди к... в свою комнату. Ужин и доброй ночи. Давай продолжим. Текущий рейтинг. Нейтральный. Твоя еда. Рацион питания. Так, мне чего съесть? Иди спать. Хорошо. Да, спокойной ночи, увидимся завтра. Ну давай, день первый. Good morning. Доброе утро, да. Let's start the day. Начнем день. Rating. Текущий рейтинг. Нейтральный. Food ration. Рацион питания. А, окей. Завтрак. Good. Take laser knife. Лазерный нож возьми. Go to... И иди к... Zone D. Зона D. Хорошо. Take laser knife and... Лазерный нож. Go to zone D. Быстрей, 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 быстрей. Лазерный нож. Take laser knife and... Go to zone D. Зона D. Это у нас. Take laser knife and go to zone D. Зона D. Я запутался. А где зона D-то? Take laser knife and. Зона Е. Я пришел не туда. Главный зал. Подожди. Главный зал.
Я запутался. О, наконец-то. Хорошо. Твоя задача. Защити планету. Чем резаком? А, вот. Я, походу, плохо справился, да? Я не успеваю. Жесть какая-то. И сколько мне ее защищать, эту планету? Ну а вы как хотели. Низкий. Короткий перерыв. Теперь попробую сейчас вернуться. Ненавижу лабиринты. Ненавижу лабиринты. Это С. Блин, это Б. Где тут выход? Я хочу выйти. Выпустите меня отсюда, пожалуйста. О, отлично, нашел. Полная фигня. Так, иди в зону Б. А что надо взять? А, в зону А. Просто в зону А идти. А, гравитационный взять. Да беги ты, пожалуйста. Гравитационный. Gravitation lifter and go to zone A. Да, вернуть. Пошли искать зону А. Take gravitation lifter and go to зона А. Zone A. Отлично. Но я в зоне А. Давай продолжим. Ну давай. Твоя задача. Поместить все элементы на доску. Все элементы на доску. А это куда поставить тогда, подожди. Это тетрис обычный. Можно туда их два поставить, но если их будет два одинаковых. А, в принципе, есть два одинаковых-то. Это вроде как легкая задача. Палка есть, да? И еще квадрат. Ну давай палку.
Ну и два квадрата, по идее, остается. Task done. Your performance. Good. Хорошо. Your reward. Твоя награда. Short break. Короткий Take перерыв. Break. Угу. Так, теперь бы вернуться бы сейчас. Я вроде примерно понимаю, как зайти, но вот как выйти, я начинаю путаться. Все, пипец, я запутался. Это С. Это Д. Блин, это Е. Все, я запутался. Я не знаю, как тут выйти. Зайти еще как-то я могу, а вот выйти вообще никак не могу. Это С. Это Д. Где гребаный выход, черт его знает. Это Е. Блин, тут надо реально какую-то карту писать, куда поворачивать изначально. Где тут главный выход-то, блин, ё-моё. Я не знаю, где. Я запутался. Я снова в Б. Пипец какой-то, я запутался. Я в Д теперь. О, я ненавижу гребаные лабиринты. Я не знаю, где тут выход, все. Пипец какой-то. Я теперь в Е. Где выход-то? Объясни мне. Просто я не выполню следующую задачу 100%, потому что я не могу найти выход, я не смогу взять инструмент. Я в Е. Пипец какой-то. Где тут главный выход-то? Good. Go to zone B. Какая зона B? Step away. Let's proceed. Your task. How many cubes will fit this shape? Сколько кубов поместится сюда? Next shape. Следующая форма. Чего? А, я не выполню это задание, потому что у меня, скорее всего, нет инструмента, который мне требуется. Типа, мне надо посчитать, сколько кубов сюда влезет, чтобы получилась полная форма, что ли? Ну, пусть будет 17. Неправильно. Next shape. Ну, 17 неправильно, давай тогда 19. Good answer. Next shape. Да откуда же я знаю? Мне надо тут считать, что ли? Как тут посчитать-то? Раз, два, три, четыре, пять, шесть... Подожди. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Двенадцать как минимум. Тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать.
17, 18, 19, 20. 20, что ли, получается? Есть такой ответ? Так, я не успел. А, форма меняется каждый раз, отлично. Да, я фиг его знаю. Ну, давай, пусть будет 20. Да мне без разницы, что там предлагаешь. Task done. Your performance. Poor. Your reward. Short break. Take a break. Выпусти меня с этого гребаного лабиринта, блин. Зона Б. Вот куда мне пойти повернуть? Это зона А. Значит, по идее, выход здесь должен быть. Но его нет. А, вот он, отлично. Пипец какой-то. Можно это убрать? Спасибо. Провально, верни инструменты. Сейчас верну. Так, вернуть. Иди куда? Куда? В свою комнату? Какая-то жесть полнейшая. Лабиринт самое сложное. Что-то все красное. Рейтинг понижен. Текущий рейтинг. Критический. Твоя еда. Нет еды. Чё хочешь? Съешь свой чё? Чё съесть-то свой? Блин, грёбаное описание. Блин, почему нельзя было сделать нормально здесь субтитры, чтобы почитать-то, а не искать в экранах? Что за бред? Иди спать. Не, это-то минус большой, абсолютный, что у тебя нету субтитров нормальных. Я не хочу искать в мониторах. Так не должно быть. Ладно бы, если бы оно всегда писалось одновременно на всех экранах. Оно ж так не пишется. Да, доброе утро. Текущий рейтинг. Критический. Твоя еда. Нет еды. Без еды. Съешь свой завтрак. А у меня его и нету. Так, поднять. А нафига поднять? А, тут. Лазерный нож. И иди в зону D. Так, мы пошли вперед. Походу на меня наставляются пушки, блин. Так, это лазер... Нет, это гаечный ключ, это не то. Вот лазерный нож. В зону D. Меня оставили, получается, без этого. Зона D, это вот сейчас до упора. И сюда. Опять планету защищать? Я не хочу ее защищать, блин. Your task. Protect the planet. 5 жизней у меня, получается, есть.
Они просто не успевают еще в планету врезаться, вот это хотя бы хоть хорошо. Вопрос про сколько я должен ее защищать. Пока жизни 5. Отлично. Пока справляемся. На, зараза. 20 секунд осталось подержаться. Девять, восемь, семь, шесть, пять. Ну давай быстрей. Хорошо. Твоя награда. Очень короткий перерыв. Ага. Попробуй опять перевернуться, называется, да? Вроде сюда. Потом сюда. Не, нифига не сюда. Все, я запутался опять. Я сейчас опять буду искать просто выход. Получасовой выход. Я не понимаю этот лабиринт вообще. Я могу, получается, зайти, но выйти, все, для меня это катастрофа. Вот где я сейчас? Е. Е. Так, сюда. 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 Ну, зона Е. Ну, по идее, ты должен сюда повернуть и пойти прямо, но нет. Не так. Чувак, ты можешь бежать в конце концов? А-а-а, выпустите меня. Гребаный теперь С, блин. Д теперь, блин. Ой, наконец-то, спасибо, блин. Вот реально, я могу зайти, но выйти, все, для меня это катастрофа. Я не понимаю, как это зайти, выйти. В смысле? Иди в зону Е. Какая нафиг зона Е? Я не поел. Я не успел. Значит, смотри, первый коридор. Второй коридор. Третий. Четвертый. Поворачиваем в зону Е направо. Идем еще направо. То есть две зоны направо. Потом налево. Потом еще раз налево. Или направо, потом налево. Вот я говорю, я в зону попасть могу. Выйти я отсюда, все, я не могу. Мне надо как-то рисовать, что ли. Зона Е. Что хотите? Давай продолжим. Давай. Твоя задача... Чё? Отзеркалить левую часть? Отзеркалить левую часть? Да, блин, нажимайся ты, пожалуйста. Так, уберись. Так, это сюда. Красная, здесь смайлик, здесь зеленая. Дальше, значит, красная, зеленая, красная. Да нажмись ты. Дальше, черный, зеленый, зеленый. Черный, зеленый, зеленый. Дальше, красный, черный, черный. И три серых. Task done. Ага, your отлично. Нейтральный. Твоя награда. Очень короткий перерыв. О, давайте опять
пытаться найти выход отсюда. Не, я все, опять я застрял. Я теперь в С почему-то оказался. А, теперь я в Д. Ну все, опять у меня паника. Я не понимаю, куда идти опять. Я застрял. С. Теперь я в Е. Не, в следующий раз я, наверное, буду рисовать сейчас, потому что я не понимаю, как идти. Где гребаный выход? Я опять в С. О, хорошо. Мне надо поесть, потому что у меня ни энергии, ничего нету. Давай, успей, пожалуйста. Успей. В смысле? Дайте мне, блин, мой завтрак-то. Зона А, что ты мне хочешь? Какой-то, по-моему, гравитацион, он сказал, да? Да. Зону А. Так, а сколько у меня? Так, ну все, я тогда сейчас буду рисовать. Так, вот первый. Первый квадрат. Второй квадрат. Третий квадрат. И четвертый квадрат. Четыре зоны. Потом налево. Раз, два, две зоны. Потом еще раз налево. Одна зона. То есть это вниз сюда, да? Потом еще раз налево. Что-то я запутался теперь уже конкретно, блин. Так, зона А есть. Я запутался, вот серьезно опять. То ли сюда два раза. Ну и чё? Зона А, ну. И чё? Это же зона А? Ну, зона А. В чем проблема-то? Алло. Игра, походу, зависла. Так, ну давай возьмем. Просто время не идет. Что-то сломалось. Ну, давайте попробуем сейчас найти выход. То есть вот раз, два и три. Странно, не туда почему-то получается. Ну, как бы сюда один, сюда один. Потом сюда раз, два и выход. Нифига. Все, уже не так. Что-то сломалось? Что-то сломалось. Ну, пока сломалось. Давайте походим.
Ага, С, Д, А. Так, это я пока уберу. Ты уверен, что хочешь совершить экстренное выключение? Есть аварийная ситуация? Ты хочешь устроить аварию, выключив меня? Ты уверен, что не сможешь сделать это сам? Последнее предупреждение. Ты хочешь убить меня? У тебя нет всех ключей. Тебе стоит быть осторожнее, с чем играешь. Окей. Типа, мы прожили 2 дня. Ну, поехали попробуем еще разочек. День второй. Сначала начнем, потому что вообще ничего не понятно. Она что-то повисла на этом. Да, доброе утро. Начнем день. Текущий рейтинг. Критический. Твоя еда. Без еды. Видите, в чем проблема? Он появляется надписи не на всех экранах. Съешь свой завтрак. Так у меня его нету. Я бы съел бы. Надо было запасы делать. Так, здесь лазерный нож требуется. То есть надо его с собой потаскать, да? Гравипушка. Антигравитатор. В зону А. А здесь... Угу. Да иду я, иду. Так, лазерный резак возьми еще. Так, зону А. Еще раз пытаемся начертить. Раз, два, три, четыре. Четыре, потом налево. Раз, два. Потом еще раз налево. Раз. Потом еще раз. Ну, уже направо один. Еще раз, по-моему, сюда, да? Сюда. 2 раза, я уже запутался. Take gravitation lifter and go to zone A. Good. Closing doors. Please step away. Let's proceed. Your task. Place all elements on the board. Ну, что-то, по-моему, с игрой проблемы. А, не, все, появились хотя бы. Так, появились фигуры. Значит, раз. А, какие фигуры у меня есть? Угу. Так, ну это явно вот сюда. Потому что ничего другого тут не поставишь. Да поставь ты ее. Ой. Что произошло? А где он? Алло. А его и нету. Все, я фигуру теперь, получается, не поставлю, не соберу. О, куда-то потерялся. Так, ладно, давай тогда брать Т. Проблема со складыванием. Так, а можем как-то развернуть это? Ага, о, отлично. Так, еще один такой же. Но, скорее всего, я опять-таки запорол. Потому что фигуру-то я потерял. Так, палка. Квадрат.
Так, вроде как-то вот сюда, что ли? И еще палка. Task done. Ха! Теск выполнен, отлично. Good. Your reward. Very short break. Take a break. Раз, два. А уже не так, блин. Почему-то три здесь у меня хода. Потом вроде как сюда. Потом вроде как сюда. Потом два сюда, потом сюда. Все, я запутался опять. Не, как-то я вышел, отлично. Может хоть получится поесть. Сколько у меня времени-то? 64. Давай попробуем сейчас мотаться к себе. Так, это ручная дрель. Ну, возьми. Хорош. Угу. В этом лабиринте Ария мой минотавр. И что это за лабиринт? Высокие стены, бесконечный коридор. Иногда мне кажется, она них, на ходу меняет маршрут, чтобы сбить меня. А, ну тогда понятно, почему не могу найти выход. Тогда понятно, почему я не могу найти выход. Это тогда логично. Так, ладно, пойдемте смотаемся, поедим. А, я не успел, да? Да нет, вроде как должен успеть. Не, не успел. В зону Е. Так, раз. Два. А, ну нифига она меняет. Конечно, понятно, что я не могу найти выход. Каждый раз у меня это положение. Специально, чтобы я не смог попасть. Так, ну окей. Ну понятно. Озеркалит левую часть, да? Поехали. Черный, красный, серый. Красный, красный, серый. Серый, серый, зеленый. Дальше. Красный, черный, черный. Дальше. Черный, черный, красный. И красный, черный, черный. Task done. Your performance. Good. Your reward. Very short break. Очень короткий перерыв. А? Ну вот понятно, почему не могу попасть-то никуда. Она меняет. Она, зараза, меняет. Лабиринт крутит как хочет, поэтому и ничего не получается, никакой выход-то найти. О, отлично, нашел. Не, ну теперь надо уже поесть, а то у меня вообще ничего нету. Ни энергии, ничего. Абсолютно. Так, что взять? А что взять-то надо? Зону С, а что взять-то надо? Не успел. Можешь повторить? Гай, ключ, 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 ключ. О, услышал ключ. Гаечный ключ. Так, это вернуть. Зону С. Зона С. Она должна быть прямо как-то нас находиться. Черт знает, как это сделать, но... Как-то прямо должна. Take, wrench, and... Класс, это не зона С. Да я понимаю, что в зону С. Это зона Д. Беги, пожалуйста. Take, wrench, and... Go to...
Zone C. В зоне С. Но дверь закрыта. Так, четвертый. Let's proceed. Что за задание? Your task. Твоя задача — выровнять давление в помещении. Adjust valve. D04. D04. Чего? D04. А как эта система работает, никто мне это объяснит? Я должен идти по трубам, что ли? Так она уходит наверх, черт знает куда. И что я тут должен сделать? Так, ну тут что-то открывается. Как эта система работает? Что происходит? Надо ноль или что надо сделать. Жесть. Чего? Теперь здесь такая же херня. Что? Как эта гребаная система работать должна была? Угу. Что это, лазеры, что ли, теперь уже? Ладно, сделаем выход. Слишком какая-то перемудренная. Не знаю, мне как-то вообще не зашла. Пишите свое мнение в комментариях. У меня на сегодня все, так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, вступайте в группу ВКонтакте, в Яндекс.Зен, Бусти, все ссылочки под видео. С вами был Зарбабай, спасибо за просмотр, увидимся в следующих играх. Всем удачи, ребята, всем пока.